Break it. Break it. Let's dance. One. Я танцую, как я хочу. Я танцую, как живу, я оживу, я как хочу. Я танцую, как я танцую. Я танцую, как я хочу. Я танцую, как живу, я оживу, я как хочу. Мои ноги в танце движутся быстро. Я танцую лучше королей и министров. Три раза и запомните. Представляете, я Юлиану сейчас веду там, где я живу. Она прошла и задохнулась. Миша, открывай. Все скажут, ты такой Миша. Почему Миша? Какое отношение он имеет к Юлиане? А может он с Наташей? Миша. Миша просто открывает дверь. В портал. Бедный родственник, может, ты с нами будешь? Я очень бедна, да, живу? Да, ты бедный какой-то. Моя гримерка бедненькая, посмотри-ка. У вас там еда, у меня смотри что. Да, вот так вот, извини, это не для кадра. Мой рюкзачок. Давай. Что думаешь, ну, как записать? Я просто хочу спросить тебя. Давай, спрашивай меня, а я буду писать тебя. Давай. Лясь, как ты думаешь, в битве реально победить девчонки? Нарезка, нарезка, нарезка. Да. Я думаю, что девчонки реально победить. И, знаешь, для меня основное, это чтобы зритель вообще это понял, что девчонка может победить. Ну, вот смотри, считаешь ли ты, что мальчики сильнее, чем мы? Чем вы кто? Чем девчонки. Чем девчонки, ты чем знаешь? Чем Аня, Тихо, Вика, Михалец, я уже. Я хочу, знаешь, что сказать? Что девчонки сильные, мальчишки сильные. И тут сложная, блин, ситуация, если честно. Потому что я на стороне... Не буду говорить, мне нельзя. Но я тебе могу сказать, что было бы очень круто, чтобы в битве сезонов выиграла девочка. Вот прям по-настоящему круто. Потому что как бы мальчик-мальчик, да, в первом сезоне мальчик, во втором сезоне мальчик. А вот в битве сезонов, чтобы выиграла девочка, это вот было бы интересно. Правда, потому что, ну, мне вообще рассуждать на тему, кто из вас сильно, тяжело. Потому что вы, правда, все очень сильные. И так не бывает, конечно, но тут действительно собрались самые сильные ребята. И кто-то из них уходит чуть раньше, чем ожидалось, понимаешь? Так складывается. Да, так складывается. Мне, наверное... Хочется пожелать всем твоим подписчикам, всем твоим именно поклонникам, чтобы они вербовали людей максимально. Знаешь, и... это реально. Вот это реально. Это реально. Я серьезно не ожидала. Это работает. Да. И я тебе скажу, что все зависит от твоего зрителя. Вот если твой зритель соберется и решит, что ты должна выиграть битву сезонов, будет так. И как бы вот здесь борьба фанатов, борьба поклонников. А я могу лишь с вами стоять на сцене, поддерживать вас, когда у вас трясутся руки, ноги, и просто как-то... У тебя есть такое волнение? Ну, вот, все равно же это... Ты каждый раз сама узнаешь, вот вместе с нами, кто в номинации. Сама прекрасно знаешь, что я не знаю до последнего, и все мои эмоции, они поэтому и такие. Mm-hmm. Потому что сыграть такую эмоцию, ну, может только профессиональная актриса, которой я не являюсь. И ты знаешь... У меня голос прыгает, и ты видишь, как мне тяжело иногда это все говорить. И это связано не с тем, что я кого-то люблю меньше или кого-то люблю больше, а с тем, повторюсь, что кому-то слишком рано уходить, и он не дораскрылся, он не показал. Кого-то я отпускаю спокойно, потому что я понимаю, что этот человек молодец, он показал максимум, и, наверное, дальше он либо поломался бы, либо ему было трудно. Как я сама взяла самоотвод из гимнастики, понимаешь? Вот, это же тоже, и мои поклонники не поняли, это было больно. Но иногда как бы приходит время. И у нас это не принято говорить, но я прекрасно понимаю, как вы пашете, и ваше состояние здоровья, ваши убитые ноги, спины, плечи. И как было у Платонова, это как она вообще тогда станцевала во втором сезоне, это вообще никому не понятно было, понимаешь? И вы половина ходите примерно приближенно уже к состоянию. Это была Лисана Тяшева, наша прекрасная ведущая. Привет, я ваш друг. Подписывайтесь на нее в Инстаграм и читайте ее в Ютубе, да? Да, в Ютубе мы делаем видосики с вами. Да. Я думаю, что это тоже туда попадет. Видите, какой у нее чехол, сила воли. Я просто хочу танцевать. Just the bottom.